Друзья, всем привет! Спасибо, что вы на моем канале. Все-таки решила поздороваться с вами. Сегодня, как вы поняли, мы гуляем по улице Урицкого, по 11-му микрорайону. И вот сейчас зашла в глубину микрорайона со стороны, где библиотека для слепых. Немножко поснимаю, дойду до 43-й школы. Вот какой-то детский садик. Сразу как заходишь за библиотеку слепых, вот детский сад Дария. А рядом с детским садиком дом. Номер не написан, может быть. Кто-то из моих подписчиков знаком. Знакомый этот дом. Против садика тоже дом. Вот, а там получается дорога, вход. Там улица Урицкого, Валиханова сейчас. Это дом, вот, Валиханова, 213-Б. Дошла до так называемых ташкентских домов. Почему-то их так называют. Планировка, как в Ташкенте, что ли. А с этой стороны интернат. Вот это трубы, это трубы отопления. Сейчас дойдем до 43-й школы. Ташкентский дом. Вот так вот он сейчас выглядит. Вот еще один дом, Валиханова, 215-Ж. Ну и вот уже стадион 43-й школы. Сейчас постараюсь подойти к ней поближе. Красивый полисадничек. Может быть, кто-то узнает свой двор. Свой дом. Так называемые малосемейки. Вот так они выглядят. Везде во дворах установлены детские площадки. Не знаю номера, просто вам показываю. Кто-то, может быть, узнает. Сейчас, если будет вывеска, обязательно скажу номер дома. Здесь почему-то старые площадки еще. А какой это номер дома? 239. Танцевальная студия «Мистер Че».
вот за этими домами уже улица Сайрамская. Какое-то мероприятие идет. Здесь гаражи. Мы идем к 43-й школе. Алиханова 237. Вот двор. Напротив гаражи. Алиханова 235. Тоже тип малосемейки. 43-я школа. Сейчас у детей каникулы с сегодняшнего дня. Ну и вообще по субботам дети не учатся. Так выглядит. Рядом с 43-й школой баня. Но она, по-моему, уже давно не работает. Баня мусульманская. Сегодня у нас опять очень жарко. 28 октября. Можно ходить в футболках. Градусов, наверное, 25. Вчера было прохладно. Сегодня вот такая погода. Вот я иду вдоль 43-й школы. Сейчас хочу дойти до нового сквера. Я его уже показывала летом. Ссылку прикреплю к видео. Рядом с 43-й школой детский сад. Номер не написано, просто Нурби. Эта дорога ведет к улице Сайрамской, ой, господи, Сайрамской, Урицкая, заезд между магазином «Дружба». Вот там тоже детский сад. Мостик. Здесь когда-то была речка. Но сейчас в таком состоянии. За забором тоже детский сад. Недавно полностью его отремонтировали. Уже работает. Номер тоже не знаю. Сейчас покажу сквер. Вот это Валиханова. 219Б. Здесь раньше был просто большой двор на несколько домов, сколько? 10-15. Ну вот из этого места сделали мини-парк, сквер. Вот 219А. Когда я была летом, я была днем, было очень жарко, было мало народу. Но сейчас, еще раз повторю, сегодня прекрасная погода осенняя. Детвора сидит, играет. Ну и вчера наш новый аким с турецкой делегацией были здесь, и теперь этот сквер называется «Дружба», а это парк «Дружба Казахстан и Турции».
Побольше бы, конечно, таких мест. Очень классно. Вот такой вот как амфитеатр. Но не хватает таких парков и скверов в других районах города. Там дальше построили еще один сквер. Сейчас тоже пройдем, посмотрим. Вот так вот. Посередине это фонтан. Когда я была, он не работал. Говорят, его включают только по вечерам. Ну и сегодня городской субботник. Рядом со сквером вот, дома Валиханова 223Б. Такой двор. Все свободные пространства стараются застраивать. Вот сейчас у нас мода на медицинские центры. Это дорога, поворот от Котельной, поворот направо. Вот там Урицкого, остановка Котельная. Здесь тоже еще один сквер. Сейчас тоже его посмотрим. Вот, дошла до другого сквера. Этот сквер тоже открывали года два назад, но за ним не ухаживали. Задумка была очень хорошая, но у нас строят, но не ухаживают. Вот здесь вот должен был быть как огород вот за ограждением. Здесь тоже как амфитеатр. Ну, все это в ужасном состоянии. За всем нужно ухаживать. Вот это где находится. За этим домом остановка 5-я поликлиника. Ну, а эта площадка вроде бы работает. Детская площадка. Конечки. Это используется. Вот такое вот. Дошла до дома Валиханова 229, бывший ХАЗУ. Смотрите, здесь даже надпись сохранилась. Фасад я уже снимала с той стороны. Тоже очень долгое время его ремонтируют, никак не отремонтируют. Ну, вот так выглядит дворик. Так выглядит сам дом. Может быть, тоже кому-то это будет полезно. Кто-то, может быть, здесь жил. И еще большая просьба к вам. Когда вы пишете какие-то улицы, может быть, конкретно пишите не только улица целиком, может быть, какой-то дом вас интересует. Я прогуливаюсь по этой улице и сниму тоже нужный вам дом. Это следующий дом, 233, рядом с Хазумом. Что здесь было, тоже какое-то внизу,
какой-то магазин. Это вот его двор. Шымкентский кот. Физически, конечно, обойти каждый дом невозможно. Максимально показала вам 11 микрорайон. В следующий раз обязательно покажу за магазином Алатау дома. Понимаю, что 11 микрорайон, 11-12, они очень большие. И всем хочется посмотреть, как все выглядит. Если вам нравятся мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего доброго, до новых встреч. Пока-пока.